Комфортные дома, развитая социальная инфраструктура и уютные улочки. Таким совсем скоро станет место в районе проспекта Гая и улицы Героев Свири, так называемый поселок Кошкомбината. Микрорайон вошел в программу реновации железнодорожного района, которая была запущена в 2015 году. В ближайшее время новые квартиры готовятся получать жильцы домов номер 33, 35 и 35/1 по проспекту Гая. Всего же под расселение попали уже 11 домов. В данный момент идет работа по расселению 60 квартир. Мы очень заинтересованы в реализации проекта, связанного с реновацией жилья, с теми площадками, которые сегодня есть. Готовы, так сказать, обсуждать практически в ежемесячном режиме с вашими коллегами, кто будет отвечать за стройку. Все вопросы, чтобы у нас здесь никаких ни препонов не было, никаких непонятных вещей. Вместе с новыми домами будет развиваться и социальная инфраструктура. В планах реконструкция площади у Дворца культуры «Современник», ремонт школы и даже строительство ледового центра. Параллельно с этим администрацией города и правительством Ленинградской области ведется работа по улучшению социальной инфраструктуры. Мы капитально отремонтируем 31-ю школу. За кинотеатром «Современник» будет заложен новый ледовый центр. По словам горадминистрации, на строительство нового современного микрорайона понадобится 3 года. За это время удастся сделать все запланированное проектом. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.